Урсузух бомбус, что означает «шумный крокодил-медведь». Как правило, его чаще называют просто «крокодил-медведь». Он является разновидностью монстру лапуса из джунглей острова Черепа, а тартарузавр является его кузеном. Урсузух – массивная грузная ящерица длиной от 15 до 20 футов. Урсузух имел сильные челюсти и мощные конечности, снабженные мощными когтями. Зеленоватый оттенок тела помогал замаскировывать этого хищника среди лесной растительности. Как и его кузен тартарузавр, урсузух имел толстый хвост, в котором копились запасы жира. Внешним видом напоминает монстру лапуса, а вот поведением и рационом – тартарузавра, но отличается от них земноводным образом жизни. Все три рептилии являются родственниками и происходят из особой группы рептилий с острова Черепа. Урсузух является крокодилообразной рептилией. В длину достигал 4,6 до 6,1 метра. В росте от 1,4 до 1,6 метра и весил от 1800 до 2500 килограммов. Обитал в водоемах острова Черепа. Если вы любитель вселенной острова Черепа, других вымышленных миров или вам просто понравилось данное видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании, и я продолжу радовать вас видео по этой тематике.